Верите ли вы, что всего из двух недорогих продуктов возможно сделать вкуснейшую выпечку? Нет? Тогда у меня для вас большой сюрприз. Это реально. При этом получится еще и оригинально. Смотрите. Сегодня мы воплотим с вами в жизнь простой и очень вкусный рецепт. Поэтому прочтите, как приготовить шоколадную рыбку. Это чем-то будет напоминать закрытый пирог, а с другой стороны похоже на большую булочку. Из ингредиентов понадобится только шоколад и готовое тесто, а все остальное возьмет на себя оформление. 1. Разморозьте тесто и купите плитку шоколада. 2. Раскатайте тесто в прямоугольник. В центр выложите шоколад. 3. По бокам сделайте разрезы ножом через равное расстояние по диагонали, чтобы они начинались от шоколада. Смотрите как на фото. 4. Затем накладываете полосы к центру поочередно, снизу и сверху. 5. Тесто слева сверните двумя треугольниками, как рыбий хвост. 6. Тесто спереди сверните треугольником, чтобы получилась голова рыбы. Закройте все мелкие дырочки в изделии, иначе шоколад будет вытекать. 6. Тесто спереди сверните треугольником, чтобы получилась голова рыбы. Закройте все мелкие дырочки в изделии, иначе шоколад будет вытекать.